Во, все настроено, совсем другое дело. Че, чат, как дела? Че, сегодня играем? Сегодня максимально потупение, потому что сегодня опять был тяжелый день, поэтому я просто играю в в Аптиполу, все. Сегодня ничего больше не ждите, окей? Просто в Аптиполу сегодня играю. Я сегодня, как обычно, упорот. Господи, где выход? А можно отыгрывать охотника на вампиров? В игре, в которой ты играешь за вампира? Кого? Почему я не сделала этого раньше? Ох, блядь, пиздец! Так, подожди, нам вот так надо. Пиздец, он есть пиздец. Один сплошной пиздец. Да? Что тут за хуйня? Что там? Мой любимый NPC. Ох, блядь, пиздец! Это я, что ли? Эх, ну в гробу я это все видал. Хуйня, что там? Слушай, это надо выдернуть. Короче, это все надо выдернуть и на сапки поставить. Боже. Алло, обратите внимание. Антисептик? А, я тоже так подумал. Эти танцы, боже. Эти танцы. О, май. А полотенце зачем? Это баня все-таки, да? Я так и не понял. Тык-дын-тык-дын-тык-дын. Потрачено денег 5. Сначала надо сохраниться. Я такое в Блейде видел. Домой иди, говорю. Жена твоя звонила. Какая из них-то? А, это она, походу, да? Угу, светлые волосы. Мужик, слышь? Давай посмотрим вместе. Можно я приобниму тебя за талию? И чё, чё показывают там? Проверка. Я так понимаю, мы сейчас закроем. Так, окно один неисправно, остальные работают. Угу, блокировка. Сейчас мы, походу, от товарищей избавимся. До свидания. Умён, боже. Это слегка профессионально, вы знаете? Работай! Я еще не закончил такой. Давай, давай, проваливай. Так, хорошо, продолжаем. Так, журнал. Потому что уходить он не собирается, но у него как бы закрыто окно, может быть, это сработает. Не двигайся. Алло, бля! Ты что такая конченая, твою мать? Она сильнее меня дерется этим мечом. Сильнее. Она испарилась. Приятно. Лен Лайт, спасибо за 30. Лучший ивентру только на Сферату. Однако дратуйте. Мне есть что тебе ответить по этому поводу. За меня тебе все скажет дед Бибофут. Бибофет, вернее. Давай. Пиздец, он есть один сплошной пиздец. Ага. Пиздец, он есть пиздец. Один сплошной пиздец. Угу, да, ну как-то вот так получит. Ну, пиздец, времена, эх, в гробу я все это видал. Боже, я просто могу стоять около него, это будет выражать мою жизненную позицию. Ну? Эй, я ничего не сделал, пожалуйста, оставь меня в покое. Расскажи что-нибудь еще. Добро. Я ничего не сделал, пожалуйста, оставьте меня в покое. Угу.
Ох, не забудь бы молоко. Я ничего не сделал. Пожалуйста, оставь меня в покое. Может, они меня боятся? Потому что изменилось что-то. Кшшшш. Я вампир. Я смерть. Так, хорошо, а где он? Не волнуйся об этом. Скажи, у тебя есть какие-либо соавторы, помощники? Я не могу об этом сказать, он не афишируется. Вот мое предложение. Если расскажешь, что твои глаза останутся у тебя. Его зовут? Ну, его все называют Джулиусом. Это все, что я знаю. Я собирался встретиться с ним сегодня ночью. Он бродяга с пляжа в Санта-Монике. Черт, зачем я это делаю? Спасибо за содействие, Дэвид. Запомни обо всем этом. Снова здесь. Я гуляла сегодня вечером, и я, встретила одного парня, он так. Отставал от меня, и я, он пришел сюда со мной, и, я подумала, тебе захочется выпить его крови. Ты привела кого-то в мой дом? Серьезно, и где он? Я так рада, что тебе понравилось. Он в ванной. Не беспокойся, я заперла его. Ладно, попробуем. Можно подвинуться, пожалуйста? Можно? Я покушать хочу вообще-то, алло. Привет. Что за херня? Выпустите меня! Я убью эту сучку! Слушай, моя сестра слегка не в себе. Отпущу тебя, если ты все забудешь. Не-не-не-не. Ничего. Ле-ле-ле, да? Я что-то переборщил, по-моему, ладно. Так, собака просто отдыхает. Маленькая, безобидная собачка, да? Да. Оф. Это было не очень. Ты сейчас будешь за это отвечать перед самим графом. Придурок! Ай... Стой! Вот это было подло! Хорошо. Хочет по-плохому, значит, да? Ну и типа такое что. Стелс. Так, лезь, лол. Нет, я здесь вообще не ориентируюсь абсолютно полностью. Я вообще не понимаю, куда я иду, поэтому я первый раз на локации. Сейчас мы поймем, куда нужно вебку устанавливать и... После этого заживем, я думаю. Да. О, так, любопытно. Ага, слушай, просто, ты знаешь, ориентация бешеная совершенно у человека. Сразу установил, теперь нужно найти место, где нужно ее активировать. Вот настолько просто, видите, насколько все просто. А говорили, душная лока. Не понимаю я вас временами. Не понимаю. Попку, что за бардак на заднем плане? Хоть бы прибрался в комнате. Прости, пап. Че, пойдем отсюда? Настолько просто? Вот настолько просто, да? Так, хорошо, ладно, перезагрузим. Я что-то совсем расслабился, думал, уже слишком легко, просто, короче, пошел уже на них в лоб. Выглядит тревожно. Так, хорошо, давайте сохранимся. Ninjao, I'm not here to fight you. My good voice stronger. Ксо! Что за песня, Ты кто? Ты что тут делаешь? Ну ты что тут делаешь? О, здорово. Эй, ты, хочешь погадать свою судьбу? Ты давать мне $5, я давать тебе тайное китайское знание. Звучит как план. Массажный салон. Это похоже? Мистер Монстр. Понял.
А, во! Здорово, так, сейф. Хочу ремейк этой игры? Зачем? Она и сейчас нормально играет. Вот эти вот страшные сейвы, они постоянно вот это вот примерно. Сейчас как ты думаешь, она жива, нет? Нет, так нет. Закрыть программу. Закрыть программу. Ладно, ок. Минус игра. Не выдумывай, давай. Я думаю, им нужно подняться самим. Так, я вас понял. Да что ты делаешь? Я не ту кнопку нажал. Без насилия. Все, сейчас спокойно, не дыши. Не ту кнопку нажал. Мискрик. Изи. Так, хорошо. Откуда? Нет! Серьезно, вот это было подло. Попил. Да успокойся, чат. Господи, спопился своим. Вот это было, конечно, реально байтище. Так, заходи. Здорово. Стекло ты, небось. Пуля непробиваемая. Ай, стена. Помнишь меня? Я тебе говорил, что я конченый. Ура-ура! Мама, я в матрице! Ешь, придурок! Там туса. Ну ладно, ну типа это не я виноват. Не я такой, как говорится. Такой потанцовывает. Простите. Существа могут пережить расчленение. Мне говорили, что вы способны регенерировать, так что хочу посмотреть на это. Интересно, сколько конечностей ты можешь потерять, прежде чем прекратишь функционировать? Много вроде. Я думаю, что нам туда. У этого парня ЧСВ больше, чем у тебя. Так, ты не перегибай там, ладно? Ну, надо же что-то делать, надо же как-то выключить эту штуку. Остается верить лишь в оружие. Приступайте, командир. Эти люди матерые наемные. Их модифицированное оружие. Здорово! Сейчас я поднимусь. Сейчас я поднимусь. Я не слышу. Я воин. Так, ну что, парни? Не ожидали такой прыти, да? Блин, мне очень неудобно с мечом здесь на самом деле. Поэтому достану-ка я вот эти вот зумерские пистолеты там и тому подобное. Давай. Я даже предлагаю на самом деле сделать примерно вот так. Ты показал изрядные умственные физические способности. Я весьма озадачен, что нечто мертвое обладает комп? Мощными способностями к выживанию. Так, а ну-ка, подожди. Дверь открыть, алло! Я как бы граф Аптипова, мне поебать, извините. Открой дверь. Секундочку. Секунду не могу ждать. Я уже выяснил, что вы очень уязвимы к огню. Но я хотел бы узнать побольше о психологическом эффекте, который он на вас оказывает. Не боюсь огня, в принципе. Любимая надпись «Огнеопасно». Соответственно, бояться, в принципе, мне нечего. О, а ну-ка. Что это у нас тут такое? Ай! Это не моя кровь! Так не опасно! А.
Я плохо стреляю, но я терпеливый. Знаешь, сколько мне лет? Много. 57. Ох уж эти смертные. Дегенераты через одного. На что они рассчитывали? Сукины дети. Смотри, видишь, это мои ногти. Вот настолько мне поебать. Наказание моих сотрудников за твой побег в 1000 раз страшнее всего, что ты можешь представить. Я не понимаю, что ты там говоришь. Сдохни, сдохни. Можно я тебя съем? Я хочу твоей крови попробовать. Свободен, короче. Говно. Люди X? Обалдеть. Стоять! Человеки! Придурок, я его ел! Ты что наделал? Еду нельзя портить! Я его бью кулаками, лол. Забил кулака в туалетик. Ой, с кулака. Товарищи, нужно избавляться от кулаков. Так, вы убили Люфанга по заказу Дживенжа. Ну, ключ. А вот и ключ. Так, рыбный склад. То рыбный склад, то рыбный рынок. Но я думаю, нам туда, наверное. Ой, ой. Сюрприз. Но мы-то, конечно, не так. А, бежим. Ну нахер, сама разбирайся, анимешница. Я ваших анимешных хентаев не смотрел. Ай. Придурок! Ай. Ай. Что-то нехорошо прошло. Так, это не имеет большого... Не свежие суши, да походу. Слушай, это прикольно, я вообще такого не ожидал. Женщина, делай что-нибудь, плес, я тебя прошу. А что ты зашевелился, а? Ты что, думаешь, я тебя не переиграю? Не уничтожу? Стреляй! Господи, давай! Давай, давай! Молодец! А! Ебать! Ну я же байчу его, чтобы ты, сука, попала! Тебе-то знаешь, тебе походу реально нужно со зрением что-то делать. Плохая тетка. Да, вот так давай, поработай с этой полочкой, да. Да. А я честно проходил. Ну да, это скучно, да. Ого. Девочка, стой! Нет, а я. Ай. Ага! Да пытаюсь отпрыгнуть вообще-то, нет?
Уии! О, я не могу на это запрыгнуть. Изи. Так, я хочу крови. Иначе я сейчас озверею. Так. Окей. Что это? Ёжик? Возможно. Ёжик после катка. Так, ладно, чат. На сегодня все. На сегодня все, потому что я пошел гулять собаку. Там идет проливной дождь. Вы не представляете, как я хочу, как я хочу туда сейчас идти. Ночью, в 12 ночи, в проливной дождь. И... Ну да, всем пока. Увидимся, всем пока.